Суд начался по графику в 16:30. В зале, как и на предыдущих заседаниях, присутствовали гособвинитель, защита и подсудимые Олег Фецич и Антон Таюрский. Это слушание было посвящено допросу свидетеля, следователя, который мог быть очевидцем рассматриваемых в суде событий. Отмечу, что гособвинитель и защита задать вопрос очевидцу должны были еще 27 апреля, однако заседание перенесли на май в связи с командировкой свидетеля. Для допроса свидетеля была налажена видеоконференция с Басманным судом. Сперва свои вопросы задала сторона защиты. Один из самых важных – применяли ли силу в отношении журналиста, охранники Андрея Пушкарева. Никаких ударов там или хлопков я не слышал и не видел. А единственное, что они делали, это корпусами и руками пытались запретить съемку. После защиты уточняющие вопросы задал судья, а гособвинитель воздержался. По мнению адвокатов обвиняемых, допрос свидетеля был необходим, так как внес ясность в расследуемое дело. Еще раз показал, что показания наших подзащитных соответствуют действительности, что никаких насильственных действий, в том числе с нанесением Брыкину побоев, каких-либо повреждений не было. Напомню, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор обвиняемых в воспрепятствовании профессиональной деятельности Павла Брыкина должны были вынести еще 24 марта. Однако его отложили. Следующие заседания по резонансному делу назначены на 19 и 26 мая. В эти дни состоятся прения сторон, а уже после будет вынесен приговор. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.